всегда прямая и серьезно, не по годам. Летом 17-м своим и я поняла вдруг, что влюблена. Учитель важности голос разум мой одурманил миг. Я записала тайком его на MP3. Ополоумела я, может быть, в интернете скачала ночью Audacity. Ctrl-C, Ctrl-V, все готово, посмотри. Файл мне учитель о любви нежно шепчет MP3. Абстинентный у меня синдром, ваш низкий голос как наркотик, милый учитель. Слушать это я готова вечно, это ненормально, знаю я. На повтор ваш голос снова, о да, о да. Папа, проверка, раз, два. Учитель, уроков ваших ни разу не пропусти. Я всегда внимания полна на них, лишь для вас хочу лучше быть, учитель. Но разве не заслужила я похвалы? Может быть, лучше будет, если мне диктант завалить. Изредка бесит этот дребедень. Консультаций много тому, кому постараться лень. Может, тоже юбку покороче стоит лучше мне надеть. Может, удастся тогда и мне вашим взглядом завладеть. Что за черт, хороший быть нельзя, внимания не обратите, милый учитель. Меня, прошу, покажите. Скоро увезут меня в бедлам, но на повтор ваш голос снова. О, да, о, да, папа, проверка, раз, два. Нас уж вам по нраву только плохиши. Буду по-крупному шалить и запись выведу в эфир. Прошу внимания! Что-что-что-что, школа слышит для меня. Учитель мне в любви признался, пусть знают все они. Учитель шепчет, вас люблю,